Компанию по повышению заработной платы включается все больше предприятий и организаций Ульяновской области. В региональном правительстве создана специальная комиссия, на которую приглашают руководителей и подписывают соглашение о темпах роста оплаты труда. К этой цели идут больше 1000 организаций региона. Среди них и завод металлоконструкций. На металлоконструкции Максим Губин работает больше 10 лет. Привлекает стабильность, удобный рабочий график, дружный коллектив. А в последнее время и систематически растущий доход. Меняется регулярно. Практически в этом году было 40, сейчас 43. Ну, обещали еще прибавить после Нового года. Там посмотрим. Лишние покупки для детей мне не помешают никогда. О регулярном финансовом стимулировании сотрудников задумались тогда, когда ощутили значительный дефицит кадров. Сейчас на завод требуется около 150 специалистов. В основном это резчики металла, сварщики и операторы автоматических линий. На всех позициях готовы обеспечить поэтапно повышающийся доход. А это необходимо делать. Во-первых, повышать производительность труда, потому что у нас отдельная система оплаты труда. Больше сделал, больше получил. Это, можно сказать, происходит автоматически. Ну и плюс это прекрасно совпало с, скажем так, с пожеланием губернатора. Соответственно, в этом году мы уже сделали первый шаг на повышение. Индексация где-то произошла летом, в июле примерно, когда совпало с сезоном. То есть фактически мы тогда уже добавили первый раз рабочим. В начале следующего года зарплата на металлоконструкции прибавит еще 10%. В общей сложности размер среднего заработка на предприятии вырастет на 15-20%. В числе компаний, заключивших соглашение о поэтапном повышении заработной платы, научно-производственное объединение «Марс». На встрече главы региона с руководством концерна обозначены возможности для дальнейшего расширения проводимой работы. С учетом тех задач, которые стоят перед предприятием, конечно, тут нужно смотреть и держать вот этот баланс, чтобы зарплата таких специалистов была не ниже, чем в других компаниях. Предприятие одержит высокий уровень заработной платы среди сотрудников, превышающий средний показатель по Ульяновской области. Делает все, чтобы он рос и был конкурентоспособным в регионе и в стране. Мы понимаем, что размер средней заработной платы – это очень важный критерий и привлечения специалистов, и удержания специалистов. И, безусловно, этому уделяем большое внимание. Гульнара Шарипова, Сергей Свешников, «Вести Ульяновск».